Добрый день. Два бренда из Италии. Эверис. И там дальше пойдет. Вот вся одежда была в индивидуальной упаковке и на индивидуальных плечиках, где есть размеры. Какие-то упаковки я сняла, а какие-то остались. У нее очень комфортная цена. Это весовой товар. Так, это туника ХБ. Это джинсовая туника сразу же с поясом. Размер у нее 2XL. Но учитывайте, что это все-таки одежда из Италии. Рукав у нее длинный, просто подогнут. Все-таки одежда из Италии, поэтому она, скорее всего, может маломерить. Такая юбочка Эверис, размер М-ка. Посмотрите, у нее первая, это сетка. Потом очень прочная сетка и подклад из шифона, который будет стоять. То есть она, другими словами, вот так будет стоять. И у нее резинка. Слаксы, 40-й размер. ХБ. Качество у одежды хорошее, вот так на ощупь. Шорты лен с высокой талией, размер S. Очень легкие джинсы, облегченные, 42-го размера. Они укороченные. Вот это кардиган или джемпер, размер S. Топ M, двухслойный. Эверис XS, это тонкие трикотажные брюки на резинке, они, видите, из струящегося трикотажа, и у них расклюшенная нога. XS. Классный жакетик с необработанными швами, размер XL. Да-да, с виду он меньше кажется, но вы не забывайте, что ткань 100% хлопок, и поэтому от того, что она была в мешке, да еще в индивидуальной упаковке, конечно, она помялась очень сильно из-за того, что она натуральная. Так, XL, жакет, но поскольку это Италия, может чуть-чуть маломерить. Веселенькие штанишки, где написано и S-ка, и M-ка, и L-ка. А, не-не-не, вот смотрите, размер S. То есть они, это леггинсы на резинке веселенькой расцветки. Мне лично понравились. Кофточка, размер S. У нее красиво идет люрексовая полоса спереди и сзади. Есть детальки вот в виде таких вот штучек. Красивая. И здесь есть махер. Штанишки. Вот смотрите. То есть это размер L. Они опять-таки из струящегося трикотажа, у них внизу они идут как леггинсы, а сверху у них такая бабочка, размер L. Я думаю, что они будут смотреться гламурно и интересно. Туника, размер S. Потом вот это вот... Он читается. Нирк, это тоже Италия, но его тут мало. Это платье ХБ без бретелек, размер S. Блузка полупрозрачная, размер S. Вся вещь, вот каждая вещь была вот в такой индивидуальной упаковке. Просто все сняла. Это размер L, платье футляр из ХБ, Эверис. Потом смотрите, какое платье с запахом 36 размера. Мне понравилось. Оно еще и длинное. Жатко такое у него ткань. Это первая часть лота. Вторая часть лота. Блузка. Блузка с S. Футболка M. То есть на нее нашита мешковина. Все это запринтовано. Она просто длинная футболка. Запринтована блестящей краской. Платье-футляр летней направленности, размер M. Трикотажная. Так, это брюки размер M. Вот смотрите, у них плотная трикотажная резинка. Здесь у них вот такое ощущение, что просто хлопок. Посмотрите, а здесь вот уже сзади пошел трикотаж. Кроме этого, они на резинке внизу, они выварены.
И вот, видите, то есть это обычное трико здесь, а сверху у него хлопок. И плюс блестящий кант в виде лампасов. Так, по размеру. Это М. Тоже мятый, потому что ткань натуральная. Туника. Размер S. Леггинсы в стиле милитари. Размер S. И вот такая же кофточка с красивой серебряной полоской полупрозрачной, только уже в малиновом цвете. Это М-ка. Укороченная футболка из толстовочной ткани L с красивой бахромой. Шорты 46 размер на болтах. Но зато они опять же не сильно короткие. 40 размер, то есть это XS ХБ жакетик. Юбка из вываренного хлопка Элька. Смотрите, она, видите, и на плотном трикотажном поясе, длинная. Еще одни шорты. Тут везде написано Italy, на одежде написано Made in Italy. Так, это 44 размер европейский. Рубашка размер S, немножко удлиненная, облегченная джинса. Брюки из кожзама. Размер не написан, но я вижу, что они не маленькие, то есть это L-ка. И у них есть детали из перфорированного кожзама. И они есть также на одном колене сзади. Каждая вещь в упаковке. Платьишко размер L. Двухслойное, то есть у него шифон, а низ у него прикрыт, получается, видите, подкладом. L. Штаны с удлиненной ширинкой. Такие вот. Я хочу сказать, что такие штаны, они на очень многих смотрятся хорошо. Но единственное, нужно клиента прямо держать за руки, чтобы он во время примерки их не подтянул. Иначе собьется все представление об этой модели. И совершенно классная курточка размер S. Это спортивный вариант. Такой, вы знаете, такой трикотаж. Она как испанская курточка. Такая вот интересная. Итак, это был Эверис. Подробности о стоимости за единицу смотрите, нажав на название.